Кремле рассказали о влиянии Путина на глав ЛДНР. «Президент РФ может оказывать на сепаратистов определенное влияние», — заявил Песков. «Президент России Владимир Путин не может давать указания руководителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, хотя имеет на них влияние». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Лента.ру. «Мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что это республики, которые живут самостоятельной жизнью», подчеркнул Песков. Представитель Кремля напомнил, что Путин никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с сепаратистами и оказывать на них определенное влияние. Не безграничное, но определенное. «Вот именно этим влиянием и пользуется глава государства», пояснил Песков. Кроме того, пресс-секретарь отрицательно ответил на вопрос о том, не нарушил ли Путин позиции России, которая заключается в том, что Москва не сторона конфликта в Украине, проведя переговоры с главами непризнанных республик. «Никоим образом не нарушил», — повторил он. Песков также сообщил, что главы ЛНР и ДНР в телефонном разговоре с Путиным выражали надежду на то, что удастся согласовать детали обмена пленными с Киевом. Отказа президент Путин не услышал. Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главами ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными между Украиной и республиками. Отмечается, что Александр Захарченко и Игорь Плотницкий инициативу поддержали. По материалам сайта News.gr.